Продовжуємо громадський онлайн вечірній випуск. Мене звати Дмитро Гнап. У нас з'явилася гостя в студії. Це народний депутат Оксана Калєтнік. Добрий вечір, пані Оксана. Позафракційний народний депутат до кінця травня місяця перебувала у фракції комуністів, Комуністичної партії України. Звідти потім вийшла. Донька колишнього першого віцеспікера парламенту, сестра, перепрошую, першого віцеспікера парламенту Ігоря Калєтніка. І... Двоюродна сестра. Двоюродна. Просто іноді путають. Двоюродна. Ну, ніколи не задають цей вопрос, чому він Ігор Григорійович, а я Оксана Ніколаївна? Знаєте, в цій країні люди міняють прізвища, імена. На западний манер, ну так у нас є шанс з вами розібратися. На западний манер, це да, кузина, а кузина, в українських традиціях, то це двоюрідна, сестра. Двоюрідна сестра, так, Ігоря Калєтніка. По батьківській лінії. І племінниця Григорія Калєтніка, відомого депутата, відомого політичного діяча від партії регіонів, так. Пані Оксана, тим не менше, ви були членом фракції Комуністичної партії Комуністичної партії України. Бачите, я вже обмовився, як оце нещодавно засновник цієї партії розвитку України Ларін, такий діяч, да, обмовився, називаючи партію розвитку України, партія розвитку регіонів України. Так як Комуністична партія регіонів України. Це, до речі, обмовка по Фрейду. Бачите, у нас журналістів дуже багато доказів того тісної співпраці між партією регіонів і Комуністичною партією, зокрема, там спільні політичні позиції. Особливо ми про це говоритимемо, з чого все почалося. Почалося це багато в чому з підтримки тих диктаторських законів, та, які в січні місяці ви також підтримали. Підтримали? Я б хотіла розібратися для початку з поняттям диктаторських, тому що, якщо говорити о суті тих законопроєктів, то, в общем-то, ми прийняли практично всі ці законопроєкти, але тільки вже в режимі нової влади. Вони по-другому називалися, мали інші номера і в деяких випадках мали більш ужесточену форму відповідальності. Тобто, к тим законам відносились... Просто на той момент в сознанні суспільства укорінилось мнення, що іменно прийняття таких жорсткого регулювання законів, які вводили жесткое регулирование ответственности и дисциплины в обществе, они были стимулятором вот всех тех протестных настроений, которые происходили. После принятия этого закона в скандальный способ незаконный почалися суточки на Грушевского, которые закінчилися розстрілом сотні людей. Давайте мы просто вспомним, о чем что значит, нова влада прийняла, вы кажете, в новій формі, что рухатися більше в колонні, ніж 5 автомобілів можна? Смотрите, вопрос о футбольных болельщиках. Проголосован, принят. Вопрос ношения масок и, скажем так, специально регулирующих документов, связанных с, скажем, демонстрациями и так далее. Рассматривался. Ничего не принято. Ну, навіть близько, знаете, ничего в том-то не и вопрос, что у нас на сегодняшний момент... Журналистам присвоили статус иноземных агентов, те, которые притримуются за кордоном. У нас на самом деле Янукович. На сегодняшний момент есть очень много путаницы в понимании, что голосовать, что принимается сейчас, потому что если говорить о процедурных моментах и регламенте на момент существования власти Януковича, все обвиняли в том, что это не, скажем так, регламент нарушался, голосование шло не поименное, и это было действительно проблемной ситуацией, потому что парламент на демократических основах такие вещи использовать не должен. Давайте посмотрим сегодня. Норма регламента о том, как закон голосуется, если он не проходит, ходит большинство и его не поддерживает, такой законопроект не может вернуться в сессионную залу в течение 6 месяцев. У нас сегодня Турчинов сидит и говорит, ну давайте напряжемся, ну еще раз. И закон ставится там по 3-4 раза. Это как бы Оксана, нормально Оксана, послушайте, считается. Давайте так. Теперь, если давайте, говорить об этих законопроектах... Я вас перерываю, мне дуже неприємно, что давайте. Мне доводится перерывать жінку, але коли я чую просто, знаете, таку нісенітницю обгорнуту в... Ну, нормальну таку, начебто красиву лексику. Витя, ви включаєте емоцію, це значить, що ви не до кінця розібралися з цими вещами. Дивіться, от попри те, що ви
жінка, то от, ну, я все одно не люблю, коли мені вішають локшину на вуха. От дивіться, ви кажете, я вас цитую, ви кажете, що нова влада прийняла ці закони в новій формі. От давайте подивимося той закон, той законопроект, пакет законів, за який ви особисто голосували. Вам не соромно, до речі? Дивіться, диктатуру узаконено. Це смотрите, ті самі диктаторські закони. Що ви делаєте? Ви зараз виставляєте листовку, которая имеет Це інфографіка тих законів. От, смотрите, вот это называется, учитывая, в психологии есть такой термин, манипуляция сознанием на визуальных образах. Давайте мы вернемся просто к самим законопроектам, проанализируем эти законопроекты с точки зрения их сути и их законодательного применения в других странах. Давайте поймем, насколько эти законопроекты являются диктатом. Ви сказали, що нова влада в іншій формі прийняла те ж саме. Давайте, рух в колонах більше 5 авто. Це хіба було прийнято після Майдану? Нової Верховної Ради. Я ще раз хочу сказати, що для того, щоб... Діяльність інформагентства без державної реєстрації заборонялася. Це хіба було прийнято? Порушників порядку мирних зібрань... Ви поки будете самі з собою розмовляти, я поки книжку почитаю. По крайній мірі, я вас питаю, я вам питання ставлю. Я ще раз говорю, що все, що ви зараз роз'ясняєте, воно не має цілісної суті відносно законів, які голосувалися. Для того, щоб ми з вами могли дійсно в плоскості, скажімо так, фактажа провести цю бесіду, давайте поступимо наступним образом. Я готова прийти ще раз в ефір. Ми візьмемо не ось цю картинку, а... А що ми візьмемо? Ми візьмемо закони, які голосувалися, законы, на которые я ссылаюсь, уже проголосованы, и анализ законодательства других стран, в которой отображены законы, голосующиеся 16 числа. Вы готовы? Я готова прийти специально посвятить для этого. Давайте, вы хотите сказать, вы сейчас пользуетесь картинкой, которая исключительно слеплена для того, чтобы сознание общества повернуть в сторону, которая вам необходима. Оксана, я вас прерву. Це не картинка, це інфографіка, руху чесно, який займається аналізом. Можете назвать это как угодно. І вони просто зробили, підсумували. Ви знаєте, ми можемо даже з рухом вони чесно. Вони підсумували просто ті закони, які були прийняти, в тому числі і вам, і через які люди вийшли на вулицю Грушевського. І внаслідок чого загинуло 100 людей на Майдані, і зараз загинуло вже більше 200 військовослужбовців, і я не знаю, скільки сотень мирних жителів. Ви сьогодні хотіли слити свою агресію на кого-то? Ні, я просто вам хотів запитати, вам за це не соромно? Я ще раз хочу сказати. Законы, которые голосовались, мне за них не стыдно, потому что эти законы на самом деле защищали ответственность и дисциплину в обществе. Собственно говоря, задачей любого государства являются именно эти форматы отношений. То, что эти законы действительно форматировали очень, может быть, на тот момент не совсем нужный формат закручивания гаек, потому что общество действительно требовало другого диалога. Власть на этот диалог не шла. И вместо этого диалога власть предлагала еще более дисциплинарные решения. Это вызвало действительно определенный накал страстей. Определенный с этим я с вами согласилась. Вы смертей на Майдане считаете определенным накалом смерти? Знаете, я точно так же могу сказать, что власть тогда не была совершенна, и она привела к смертям. Что власть, которая поменялась в феврале, что она смертей была, на Майдане – это несовершенство власти? Точно... Вы не хотите посмотреть людям в глаза, семьям этих погибших? Вы послушайте еще раз. Несовершенство власти. Вы послушайте еще раз. Я вас слушаю внимательно. И точно от того, так же что несовер... я слышу, у меня просто уши вянут. Вы точно извините так меня. Же, как несовершенство власти. Власти вновь пришедшие повлекла смерти на юго-востоке. И уже в большем количестве, чем 100. Да вы что? Понимаете, а кто захватывал Славянске с оружием, захватывал СБУ? Еще раз хочу сказать. Совершенство власти вы не... Вы собираетесь на самом деле проявлять агрессию, забывая о том, что прежде всего... Оксана, мужчина... я вам скажу, почему я проявляю агрессию. Потому что прошло несколько месяцев, вы отсиделись в запичку. Вы так понимаете? Думаете? Да. А вы вышли из фракции КПУ, и вы считаете, что люди все забыли. Что люди забыли вот это все. Я думаю, что и вы теперь говорите, книжку, что 100 смертей на Майдане, что это несовершенство власти прежней. Смотрите. Все, вы перекричали? Знаете, когда-то было сказано, Юпитер, ты сердишься, значит, ты не прав. Вот эта агрессия, которая у вас есть, я понимаю, почему она такая. Сегодня у нас все наэлектризовано. Поверьте, из-за того, что я не выплескиваю свою агрессию на вас, это не значит, что у меня болит меньше.
Я точно так же, как вы, являюсь гражданином этой страны. И ваше обвинение относительно того, что я высидела за Припечком, как вы сказали, совершенно... За Припечку я сказал. А я сержусь потому, что я терпеть случае, не могу. Я еще раз я терпеть сказать. Не могу, знаете, когда люди подло поступают. Вы меня извините. Да, я не могу терпеть. Да, я эмоциональный человек. Но вы видите, меня на самом деле не задевает то, что вы ведете такие обвинения. Задевали бы, значит, я на самом деле чувствовала может, бы вину. Может, это потому, что вы бессовестный человек, скажите? Ну, вы можете так считать, но я себе и мое окружение, и люди, с которыми я сталкиваюсь, даже вот так вот просто на улице, не считают меня бессовестной. Судя по тем я действиям, которые я... Зачем вы меня пригласили в студию, если вы считаете меня бессовестной? Я хотел узнать ваше мнение по поводу вот этих законов, я которые вам объяснила, вы знали это все, мнение? Вы хорошо, смотрите, вам не стыдно, хорошо. Все, мне можно идти? Нет. Еще что-то? Если, да, если более вы... того, вы мое мнение знали и до того, как пригласили меня в эфир. Правда? Я ведь никогда не прячусь. Я всегда говорю то, никто, что думаю. Никто я не знал вашего мнения по поводу этих законов. Ну, по крайней мере, на громадском вас до этого не приглашали в эфир. В эфир вы появлялись здесь последний раз. Мы покажем это видео. Когда вы говорили, что вы цените способность нашего президента, тогда, на тот момент Януковича, не довести ситуацию до войны. Золотые слова, Оксана Николаевна. Конечно, я ценю способность любого человека удержаться от агрессии, которая приводит к смертям. И неважно, с чьей стороны эти смерти идут. Его смерть действия привели к смерти людей на Майдане, а в результате еще и привели к смерти людей на Востоке. Точно так же, как эти действия новой власти привели к смерти людей на Востоке. Понимаете? И это так. И как бы мы ни хотели перевернуть эту картинку... Не забалтывайте тему, пожалуйста. Я еще не забалтываю. Раз давайте... Вы просто не готовы говорить серьезно, удерживая свои эмоции. Вот и все. Я готов удерживать а еще раз свои я эмоции. Скажу я так. Просто не люблю, я прихожу когда к делают вам из меня дурака. Всякий... И не люблю, когда из нашей аудитории делают идиотов. Понимаете? Смотрите. Здесь не ток-шоу Савика Шустера. Понимаете? Когда вам дают 15 минут, и там просто сидят, вы объясните хлопают мне, на кнопки, зачем нажимают. Вы меня приглашали в эфир? Просто скажите все. Вам я нужно... вам хочу... вам я вам объясню, почему. На самом деле накал страстей у вас получается. Но нет, только, пожалуйста, я хочу, вы можете их я хочу услышать всегда. И оспорить вашу позицию, а не просто дать вам раскрыть крылышки, понимаете? Походить, распушив хвост, рассказать о своей позиции, и вам все похлопают, и вы считаете, что аудитория все забудет. А она обижает, не забудет. Да? Еще на раз самом вам деле, говорю. Вы считаете, что другого мнения, кроме вашего, быть не может. Нет, правда? Я считаю, или что как? Если мнение человека цинично, и он как политик несет ответственность за свои еще поступки, ему в глаз... Вот дослушайте меня, пожалуйста. Вы спросили, да, по поводу мнения. Да. Я вам еще раз говорю. Понимаете, если ваше мнение, мало того, что оно высказывается вот таким вот циничным способом, да, когда вы говорите о смертях людей, что это какие-то перегибы прошлой власти, более того, когда вы как политик несете ответственность за гибель людей, как минимум 100 людей на Майдане, и вы этого не понимаете, то да, считайте меня эмоциональным, несдержанным дураком, но я считаю, что вы политик здесь прежде всего, а не женщина, от которой зависят в том числе жизни людей. Эти люди жизни потеряли. Абсолютно правильно. Именно поэтому, придя в политику, в которой я нахожусь всего лишь 2 года, в отличие от всех остальных, которые называют себя гражданами и называют себя патриотами, я исходила из того, что будь там, где ты предназначен судьбой, делай, что можешь, говори, что знаешь, и будь, что будет. Мы, правда, оказались в ситуации все как страна. Когда кто-то умывал руки, кто-то боялся сказать в глаза действующему президенту, скажем так, о тех перспективах, о тех моментах, которые происходили в государстве. Действующему Януковичу. Януковичу? Я этого не боялась. Это вы, действующему деле, президенту говорили, что и он на ошибается? Самом деле, подождите, на самом деле я общаюсь в тот момент, когда ваш же Мустафа был запрещен. Не пряталась по углам, а считала и доводила в своих кругах мнение, что общаться нужно со всеми, иначе мы до взрыва доведем страну. Это без вы диалога это невозможно. Это вы Януковичу говорили, что он ошибается? Смотрите, мне, к сожалению, Оксана, я не была столь птицей высокого полета, чтобы говорить это в глаза. Понимаете? Ну, то есть вы осуждали но, позицию тем не менее, Януковича? Подождите. Не разделяли? Я абсолютно четко в тех моментах, которые я разделяла, говорила об этом и в том числе в прессе, и в тех, которых не разделяла. В прессе вы говорили? И точно так же заявляла об этом в замечательно. Прессе. Оксана, так вот я вам скажу третье, что я не люблю. Кроме того, что люди цинично лгут, да. Кроме того, что они не несут, как политики, ответственности за свои решения, а у политиков, поверьте, ответственность гораздо больше, чем у простых людей. От вас больше зависит. Смерти сотен 100%. Людей от политиков зависит. Третье, я не люблю,
когда люди пытаются вешать лапшу. Я вам сейчас говорю, вы говорите, что вы не разделяли позицию Януковича в прессе. Ребята, покажите, как Оксана Калетник приходила к нам 5 месяцев еще назад, когда Янукович был президентом. Еще и как она не... Давайте послушаем. Подождите. Вас. Подождите. Не во всех вопросах. Давайте посмотрим, как Оксана Калетник говорила 5 месяцев назад, как она относится к позиции Януковича, как она ее не разделяет. Давайте. Так я точно так же, имея возможность присутствовать в тех встречах, которые проводит президент, считаю, что на самом деле только благодаря его какой-то выдержке и внутренней мудрости, ну, я искренне это говорю, абсолютно четко, при том, что я за него не голосовала в 2010 году. То есть сегодня я реально понимаю, что тот коллапс, который, в общем-то, нас, ну, это годами складывалось, и мы пришли, сегодня конкретно именно этот человек сдерживает все эти негативы, которые давно могли уже превратиться в гражданскую войну. Тогда вопрос. Лично я боюсь именно вот такого разрешения нашей, вот скажем режиме, так, достаточно вот, так напряженной мне понятно, ситуации. Я хочу понять логику. Если этот человек действительно, благодаря его мудрости, мы пришли к этой ситуации, мы сейчас сдерживаем. Что привело его в ту грустную ситуацию? Мудрость Виктора Януковича. Вот ну, такая жесткая смотрите, критика бывшего президента. Еще да? раз, можно проанализируем то, что я сказала, чтобы Конечно. Показывать, что не вешала, как вы говорите, лапшу? Еще раз подчеркиваю, я сказала, что я за этого президента не голосовала в 2010 году. Ну, в 2004 я была на Помаранчевом Майдане и сказала, что сегодня я его позицию уважаю за то, что он, имея возможность применить власть, ее не применяет и сдерживает тот накал, который происходит. И накал, который есть в его собственной команде, которая вынуждает его применить силу. Более того, несколькими месяцами спустя, после всех этих событий, было заявление на самом деле со стороны представителей американского государства о том, что на самом деле власть, монополию на применение силы имеет только власть. Так кто фраза... из представителей американского Я думаю, государства что вы когда загуглите, посмотрите, эта Нет, фраза подождите. Обошла абсолютно все. Кто сказал все. И в каком контексте? В контексте того, что мы не должны вмешиваться. Это прозвучало от представителей США, что мы не должны вмешиваться кого в то, что происходит. Кого конкретно не подскажете? Не подскажете. Смотрите, сейчас Хорошо. Не подскажу. Не подскажете. После эфира, хотите, найду эту фразу, потому что она меня действительно тоже внутренне возбудила. Каким образом можно вообще кому-то давать монополию, кому-то нет? То, Поэтому что вас внутренне возбудило, это фраза о том, что Януковичу американцы дали санкцию на применение насилия и расстрел тогда людей на было, Майдане? Тогда уже не было Януковича. Это было ли уже событие после февраля. И эта фраза последовала после февраля, потому что действительно нынешняя власть опять же столкнулась с ситуацией, которой нужно было как-то решать, и эта ситуация, она выглядела подобным образом Давайте на Юго-Востоке. Да. То есть вы имеете в виду, наверное, то, что мировое сообщество, Евросоюз и США поддержали украинское правительство в применении силы на Востоке, да? Вы, я наверное, не... это имеете в виду? Смотрите, я не помню, к каким событиям это относилось. Это было раньше, чем Юго-Восток. А тут у нас всего лишь 3 события. Это Майдан, было не... это немного расстрел было Небесной Сотни, захват Крыма, Донецка. О чем? Смотрите, о чем идет речь? Это немного раньше было, чем немного... Юго-Восток. Ну, да. о чем Более того, если вернуться к тому же Юго-Востоку, то по большому счету вы согласитесь с тем, что в самых первых шагах обязаны были и политики, и действующая власть поехать туда и успокоить людей, у которых, собственно говоря, был перепуг с изменяющимися условиями. И они с перепугу захватили с автоматами здание СБУ в Луганске, Смотрите, да? здание СБУ в Луганске было гораздо позже, чем это все начало происходить в начале. Да? Потому что вот в первую неделю, когда буквально на следующий день после того, когда ОДА Донецкая была захвачена, я была в Донецке. Я встретилась с Сергеем Тарутой. Мы встретились с ним неожиданно совершенно в гостинице, хотя договаривались встретиться в ОДА. Это было как раз на следующее утро после всех этих событий. Он был в растерянности, он не понимал, какие люди там присутствуют, хотя он дал им характеристики. Он говорит, ну какие? Там, говорит, есть одна очень активная женщина, каких-то пару мужчин. Я говорю, а за что они? Говорит, ну они за все хорошее против всего плохого. Я говорю, ну значит с ними нужно как-то общаться, потому что в тот момент, когда действительно
у нас, с одной стороны, прогрессивная часть общества не готова мириться с властью, которая, в общем-то, действительно, неважно, легитимна она, нелегитимна, но она удерживается во власти через коррупцию, через тоталитаризм и так далее. И когда эта часть общества, собственно говоря, идет на то, чтобы изменить ситуацию в стране, вторая часть общества, которая не поспевает за такими прогрессивными событиями, она может бояться, ну, сдерживаемо страхом перемен, сдерживаемо непониманием событий, которые грядут. Она может на самом деле уходить в протест. Именно вот эта ситуация у нас последовала как первый момент на Юго-Востоке. И в тот момент нужно было власти собраться духом и очень активно действительно работать с Юго-Востоком. Потом время было упущено, и здесь я с вами согласна, что абсолютно все там, соседи, там, другие государства, там, та же Россия использовали этот момент в собственных интересах. Но самая первая точка, она лежала в нашей ошибке. То есть надо было поговорить с людьми возле Донецкой областной администрации, правильно? Не только поговорить, понимаете? Потому что на тот момент... Ну, вы же сказали поговорить, да? Я, на самом деле, это не было одним разговором. Я провела там практически полтора суток. Понимаете? Более того, все, что я там... Более того, все, что я сняла, то есть на самом... Согласна с вами, но видя ваше настроение, я понимаю, что вы туда уже шли как с определенным окрасом. И важно, нет, когда я ехал вы... туда как журналист, я приехал с этими людьми поговорить под Донецкую администрацию, тогда... Можно я закончу? И когда эти люди в том числе и на меня бросались, я понимала, что их просто важно успокоить, потому что мы возбудили общество. И если вы говорите вы возбудили общество. И если вы говорите об ответственности политиков, да, ну как, конечно же, то есть Оксана, определенная часть пассионариев, я вам скажу, вас... определенная часть политики, на самом деле, действительно, общество... В момент изменений приходит возбуждение. Безусловно, у вас очень хорошо получается возбуждать общество. Знаете почему? Вы говорили про коррупцию, которая в том числе это общество подогрело, там, социальный протест в нем. Верно? Вы же не будете это оспаривать? Да, но это начало происходить гораздо раньше, еще конечно, с 2004 конечно, года. Конечно, да. В том лично числе, когда я ваш брат, когда ваш двоюродный... Да, кстати, где ваш кузен, скажите? Где вам известно, где ваш кузен? Да, вот ваш двоюродный брат. Где ваш двоюродный брат сейчас? Ну, он был в Украине, на сегодняшний момент находится, по-моему, в Европе. По-моему, в Европе, да? Он случайно не избегает правосудия, нет? Там, правосудие? Да. Вы знаете, это не свойственно ему. Он достаточно открыто идет на все вызовы. Поэтому, по большому счету, и в принципе, он такой, со стержнем и с характером. Это не говорит о том, что Насчет коррупции, да, и двоюродного брата Оксаны Николаевны. Игорь Калетник, ее кузен, двоюродный брат, долгое время возглавлял государственную таможенную службу. Хотите новость веселую, приятную для нас, журналистов? Наше расследование с Анной Бабинец, моей коллегой и журналистом-расследователем Громадько, является одним из фаворитов международного конкурса «Восточного партнерства». Это 10 стран. Приз, который, ну, если мы победим, нам будут вручать завтра министр иностранных дел Польши. Если мы победим, конечно. Так вот, это расследование о грандиозной коррупционной схеме, которая была создана вашим двоюродным братом, главой государственной таможенной службы. Если кто-то из нашей аудитории заинтересуется, на сайте «Следство.Инфо» вы можете найти... Материал называется «Прощавай зброя», «Прощай оружие». Там идет речь о том, как Игорь Калетник с Виктором Януковичем в 2012 году передали весь поток растаможки и логистики в Одесском морском порту группе бизнесменов из Одессы, которые были связаны с международной контрабандой оружия. Причем они прославились настолько, что один из них, Леонид Минин, сидящий сейчас в итальянской тюрьме, стал прототипом главного героя Николаса Кейджа в фильме «Оружейный барон». Именно он, ну, если вы вспомните, Джаред Летто вынюхивает там кокаиновую карту Украины в этом фильме голливудском. Так вот, один из фигурантов нашего расследования был связан с этой грандиозной коррупционной схемой, и именно ваш брат, двоюродный брат, я уточню, поспособствовал тому, что мы эти люди обогащались. Знаете, сегодня модно вообще, на самом деле, вот так в эфире заявить, а потом по принципу, знаете, как площадные разговоры. Площадные разговоры подтверждены документами. Твоя дочка, там, барышня легкого поведения, все разошлись, а ты говоришь, так у меня не дочка, а сын. Говорит, как пойди, зато осадок остался, да? Знаете, скажу одно. Я вам скажу другое, документы не горят. Вот
Вот я в чем особенность. 100%. Поэтому, да. В принципе, здесь вот только я сойдусь с вами в одном. Пожалуйста, я считаю, что абсолютно любой должен быть наказан, если его вина действительно доказана, и это существует, а не просто как бы является сведением счета. Безусловно. Поэтому вот я и спросил, это ваш первое. Брат где? Второе, вы знаете, брат? Я думаю, что если вы как бы, ну, все-таки взрослый человек, то, наверное, стоило бы вести разговор с человеком, который находится в студии, а не тот, который отсутствует в студии, правда? Нет. То есть вы каким-то образом хотите меня привязать к этим вещам или, как, или что? Смотрите, я вам скажу, просто о чем идет, давайте о вернем идет речь. И все. Да, скажите, да, какую роль в том, что вы говорите, играла я? И тогда мне я будет понятно, объясню, зачем да. вы я понимаете. Я вам объясню, какую роль. Да, смотрите, объясните. Мало того, что вы двоюродная сестра бывшего главы таможенной уже... службы Калетника, да, это... связанного с грандиозной коррупцией. Вот посмотрите, да, вы говорите, это можно привязать приговор, все, что угодно. Да? Я вам объясню, почему. Дайте мне договорить, Оксана. Ну, я вас внимательно слушаю. Вот давайте. Смотрите, этот материал «Следство инфо», «Прощавай сброя», «Евротерминал», вот этот вот частный комплекс, который вместо Одесского порта занимался логистикой и растаможкой. И вот здесь доручение президента Украины Виктора Януковича. Еще одну секундочку. Можно ли понимание, что может быть зрителям тоже будет понятно? Да-да. «Евротерминал», который вместо кого занимался? Вместо Одесского порта. Вместо государственной службы. Совершенно верно, правильно. Да. Давайте вот вернемся. Я на самом деле знаю... То есть вы, знаю... оказывается, знаете об этом, да? Вы говорите, что вы ни при чем, знаете, но вы знаете, потому что, да, готовы рассказать. Потому что в Одесский порт для меня очень, ну, скажем так, известная структура. Да? Каким же образом? По сути, консалтинговых проектов, потому что Одесский порт был один из немногих, который привлекал финансирование международной общественности, международных институций для строительства терминалов и всего остального. Так вот, на момент, когда главой, министром транспорта и связи еще был и господин Кирпа, и господин Червоненко, и господин Бондарь, вот этот евротерминал оставался, и он, вынув услуги Одесского порта, взял под частный контроль и осуществлял эти услуги самостоятельно. Вы так ошибаетесь, вот вопрос. Оксана Николаевна. Я это в этом не ошибаюсь. Евротерминал вы существовал, знаете, но только знаете, после распоряжения. Меня на самом деле удивляло, каким образом апреля... государство самые такие сладкие пироги отдают в частные руки. Более того, я вам скажу, эта практика продолжается по сегодняшний день. Ах, вот ну я, например, скажу, две недели назад я была на заседании Кабинета министров, где нынешний министр транспорта активно звитував относительно того, что нужно создавать публичную акционерную компанию и туда передавать абсолютно все перевозки железнодорожные. Публичную акционерную компанию. Абсолютно я понимаю, Николай. Что с публичной акционерной компанией очень легко путем размывания акций сделать ее, скажем так, акционерное общество с присутствием частного капитала. Вы не поэтому, правы. Вы понимаете, ну как же вы я не правы. Правы насчет Одесского порта, потому что я вам показываю документы. Где вот распоряжение Виктора Федоровича Януковича. Показываю, где эти документы можно найти. Можно найти в нашем расследовании. Он дает распоряжение перевести в встановленному порядку документов щодо відкриття вантажного митного комплексу сухого порту та прийняття відповідного рішення. Ну, вот. 15 квітня 2011 года появился евротерминал. Компания на бумаге существовала, но его построили, когда Янукович вашему двоюродному брату дал указание перевести это. Вот сейчас вы говорите о сухом порте. Я закончу. Строительство которого, опять же, было начато еще. Речь идет о евротерминале. В тексте это написано. Я закончу. И вот, казалось бы, при чем здесь Игорь Калетник? Да? То есть, ну, всего лишь родственные связи. Так вот, Игорь Калетник... Благодаря, об этом писала газета «Зеркало недели», наши коллеги, при нем были построены колоссальные коррупционные схемы вывода денег с растаможки, в том числе на Одесской таможне, на Южной таможне. И он, благодаря этим деньгам, финансировал Коммунистическую партию Украины, благодаря которой через КПУ и он, и вы, через эту немногочисленную фракцию, благодаря ей, вы стали народными депутатами. Да вы ошибаетесь. Да вы что? Да, потому что я депутат-мажоритарщик. Вы мажоритарщик, и баллотировалась да, я
в 16 округе абсолютно беспартийно. Я понимаю, и приняла да. решение присоединиться к фракции, будучи уже... Совершенно верно. Нет, не была членом. Вы были членом фракции Коммунистической партии Украины. Стала я членом фракции по доброй воле и по, как говорится, здоровому глузду, потому что внефракционному депутату... И не потому, что ваш брат поддерживал финансово эту партию. Еще раз хочу сказать. Двоюродный. Вы даже не представляете, насколько меня жестко ставили вопрос, что я должна зайти в партию регионов. Но я была категорична в этом мнении. Я сказала, что я ни при каких обстоятельствах, если мне даже придется положить свой мандат. Поэтому выбор, на самом деле, я считала, что фракция коммунистов – это, ну, скажем так, та фракция, в которой, по крайней мере, свое мнение можно выразить. И как минимум, вы знаете, выражайте то, о чем ты думаешь, в тех органах, куда тебя, ну, скажем, фракция действительно направила. Одним из таких органов являлся комитет бюджетный. Если вы поднимете все мои голосования, вы посмотрите. На самом деле, что я практически все время была в оппозиции. Даже тогда, когда и власть, да вы что? И тогдашняя и оппозиция объединялась. Диктаторские законы Януковича поддерживали, вы тоже были в оппозиции? А при чем тут эти законы к бюджетному регулированию? Объясните мне, пожалуйста. Вы даже не слушаете, о чем я вам говорю. Потому что я говорю о политической ответственности в ваших политических поступках. Вы поддерживали эту власть. Вы говорите, вы сейчас отвлеклись на что-то и прослушали то, о чем я говорила. Нет, я вас внимательно слушал. Вы приходили ко мне в январе месяце сюда, в эту студию. У нас даже есть видео. Мы с вами говорили о проекте бюджета на 2014 год. Тогда еще не было, на тот момент не было расстрелянных людей на Майдане, не было во время протестов. Да, вы действительно рассказывали о своей такой вот принципиальной позиции. Там она не совпадала с партией регионов. Ну, поэтому потом вам видите, все, что я вам рассказывала, на самом деле, поддержать... оно, собственно говоря, так и... Ну, моя позиция не поменялась. Хорошо, давайте не будем утомлять. Более того, я вам даже объяснила, почему за тот бюджет нужно было голосовать. И как показывает сегодняшняя история, что таки да, надо было за него голосовать, что таки да, именно так, как он был скроен, таким Оксана образом... Николаевна. Я говорила так, что, ребята, вот, социалка... Подожди. Все останется, а все остальное надуто и отвалится, потому что наполнять нечего. А надували для того, чтобы договориться, и чтобы в парламенте его, по крайней мере, давайте можно так, было поддержать. Надутое отвалится. Я вот не буду сейчас заходить на вот это вот поле дискуссии, которое вам очень удобно. Давайте вернемся просто к существенным вещам. А вам неудобно, потому что вы в этом ничего не понимаете. Мы не будем говорить, а жалко. Лучше мы не будем говорить людей о процессе принятия государственного бюджета в январе этого года. У людей есть гораздо более актуальная тема. Например, запрет... Точно. У людей есть актуальная, кроме денег. Запрет коммунистической партии Украины. И планирование собственной жизни. Как вы к этому относитесь? И почему вы вышли из фракции КПО? Еще раз хочу сказать, что это на самом деле такая очень опасная вещь, потому что, говоря о запрете, этой политической силе только поднимается рейтинг. Протестное настроение в массах растет. У нас в нации присутствует такой момент, когда мы любим жалеть тех, кого обижают, те, которые угнетенные и несчастные. И в данном случае это будет только наращивать рейтинг и протестное настроение. И этот рейтинг будет расти со стороны тех, у кого возникает протестное настроение. А протестных настроений, поверьте, к осени будет вагон и маленькая тележка. Учитывая, что это единственная политическая сила, которая, ну, как минимум в этом, в программных вещах. Другой вопрос, как это, скажем так, сочеталось с тем, что писалось, заявлялось и делалось, но в любом случае в программных вещах эта политическая сила строго все 23 года следовала тому, что она защищала социальное равенство и социальные льготы населения. Учитывая, что сегодня, скажем так, практически ни одного защитника, понимая, что происходит, нет, остается единственная политическая сила, куда можно понять, что население будет апеллировать. Поэтому любые разговоры о запрете, они приведут к повышению рейтинга. Вот смысл это делать совершенно не понимаю. Я абсолютно не раз заявляла о том, что единственным моментом запретить какую-либо идеологию являются выборы. Почему же вы бросили коммунистов тогда, скажите? Ну что значит бросила? 21-го... Я не бросила, я абсолютно четко вышла, дав Почему? Объяснение. У меня, знаете, вот понятие есть командности. Почему, например, все, скажем так, дипкорпус всегда... В глаза преданно смотрел Януковичу, а как только его власть дрогнула, посыпалась, все начали активненько, начиная от господина Сергеева, как представителя ООН, заявлять о том, что они всю жизнь были с ним не согласны. А что ж мешало вообще высказать это, вот выйти честно и в эфир об этом сказать? Так вот, если ты находишься в команде,
и ты с чем-то не согласен. Ты, в общем-то, по большому счету не можешь эту команду разрушать, ты делаешь попытки над тем, чтобы понять, а может быть, ты не прав, а может быть, действительно, скажем так, не время, а может быть, действительно, не может быть такого, что все в ногу, а ты один не в ногу, и здесь тебе нужно учиться. Но когда ты уже больше понимаешь, что твоими прямыми заявлениями ты начинаешь разрушать это понятие команды, у тебя должна быть смелость. Либо же ты выходишь, не боясь, что ты в связи с этим потеряешь, что в связи с этим будет происходить, там, я не знаю, с конъюнктурными мнениями по этому поводу. Вот и все. Поэтому это был достаточно длительный Оксана, период. Я начинал работать учителем в школе, поэтому вот эти вот, знаете, очень сложные объяснения, вместо того, чтобы по сути сказать, вы знаете ответ или нет, они меня, честно говоря, на меня не действуют. Поэтому еще раз скажите четко, почему вы вышли из фракции Компартии? Ну, смотрите, учитывая, что вы как я учитель в школе... Я разочаровала Симоненко. Либо я учитель... не разделяю взглядов больше, либо меня там обвиняют, меня прессует. Вот скажите в двух словах, почему вы вышли из фракции Компартии? Вы знакомы с моим заявлением, которое я делала, да или нет? Да. Раз вы любите. Да, я его нашел. Вам недостаточно четко сказать? Прочесть. Прочтите, тогда вам, наверное, такая форма более приемлема. Значит, Оксана Калєтнік 21 травня цього року заявила, що я вважаю, що в цей складний для країни час партія повинна була займати не аморфну позицію, а самоочиститися від функціонерів, які втратили енергію до перемоги та досі здебільшого прагнуть інертно спостерігати за тим, що відбувається, а не діяти, щоб змінити ситуацію. Від тих партійців, яким не потрібна реальна боротьба, достатньо лише її імітації. За словами Калєтнік, ще одним кроком могло б стати оновлення партії та її прихильників шляхом залучення молоді, представників середнього бізнесу. Среднего и малого бизнеса. То есть это не потому, что Генеральная прокуратура, Министерство юстиции обвинило партию коммунистов и, в частности, ее функционеров в сепаратизме, в распаливании межнациональной ворожнечи и так далее. Не поэтому. Теперь соедините то, что написано в заявлении. Я, например, считаю, что их позиция была аморфной. Что если на самом деле действительно основной электорат партии был на Юго-Востоке, то она не должна была с первого дня вести позицию, ой, а ехать или не ехать, общаться или не общаться, ой, нас обвинят завтра в сепаратизме. Я считаю, что вот эти напалма, желания... Да? Причем тут напалма? С напалмом действуете вы. Я все время говорю о том, что исключительно нужно через диалог и убирать вот эту вот боль, потому что как только у нас есть агрессия, мы просто приводим все к ситуации, когда мы получаем ответ, агрессию в ответ, и у нас просто гибнут люди. Вот и все, это не выход. Мы сейчас поэтому говорим в данном, позиции, случае, в данном случае желание и поиск сегодня там, Генпрокуратуры найти факты того, что, скажем, там, партия вела, там, вела себя как сепаратисты и так далее, думаю, что это просто удобная версия объяснить, почему эта партия должна быть запрещена. Потому что говорить о том, что она запрещена, поскольку это неудобный противник идеологически, они начнут убирать часть электората и так далее, ну это как бы не совсем правильно признаваться в этом населении. Сказать о том, что они разваливали страну, я вам скажу, они просто не способны на это. Вот и все. Не способны на какую-то позицию. Эта позиция отсутствует абсолютно вот в сегодняшней современной коммунистической партии. Вы знаете, что луганские коммунисты финансируют и даже некоторые принимают участие в отрядах боевиков Луганской Народной Республики? Я не верю, потому что им не из чего это делать. Вот меньше. И все, это раз. Второе, там нету, еще раз подчеркиваю, там нету просто вот этого вот, знаете, приконливости. Вот и все. Я знаю из луганских коммунистов, я знаю Килинкарова, и лично знаю, что о том, что в момент, когда так называемые ополченцы появились к нему в офис, они были очень активно оттуда выгнаны. Все, он, собственно говоря, вы просто пообщайтесь с человеком, об этом узнаете. Там он очень хорошо умеет отличить бедные одно от другого. Бедные несчастные луганские коммунисты, нечего им делать этого, да, вы говорите? Вот посмотрите, я вам, если вы говорите, что луганским коммунистам нечего делать, «Украинская правда», наши коллеги, авторитетное издание, «Коммунист-любитель Бентли раздавал пенсионерам куличи». В Ленинском районе Луганска на празднике раздавали пасхальные куличи депутат от Компартии Луганского горсовета Владимира Медяника. Знаете такого любителя дорогих машин? Вот он, коммунист Медяник справа и Роман Ландик рядом со своим Бентли. Полюбуйтесь на этих ребят, которым не из чего поддерживать сепаратистов местных, боевиков Луганской Народной Республики. Роман Ландик – это сын Роман Ландик – это сын Ландика, да, того самого народного депутата от партии регионов. Тот самый Роман Ландик, который девушку в кафе избил.
до серьезных травм. А рядом с ним другой любитель Бентли, вот коммунист, медяник. Не знаю такого коммуниста. Не знаю, к сожалению, такого коммуниста. С партийным строительством и партийными ячейками компартии была незнакома. Это было еще одним, скажем так, моментом. Мы вас ознакомим. Приходите к нам на Громадське. Не вопрос. Если вы будете не настолько агрессивны, Оксана, я буду приходить. Если вы будете... А если вы будете на меня буквально кидаться, то, в общем-то, я даже не знаю, стоит если, ли... Если вы будете политиком, который несет ответственность за свои поступки и честно отвечает на вопросы журналистов, тогда к вам не будет вообще Смотрите, никаких претензий. Я обещаю, что я буду политиком, ну, который несет ответственность. Дайте договорить. А ваше обвинение – это ваша точка зрения. Дайте вот договорить. Это не обвинение, это моя позиция. Да, я честно говорю, что я не могу сдержать эмоции, когда политик передо мной считает, что смерть 100 людей – это перегибы прошлой власти. Я не могу сдержать ответственность. Да, человеческое слишком человеческое, как Ницше говорил. Да, я не биоробот. Ну, Оксана Колетник, Оксана Колетник на 23-й сессии. То есть я почему начал спрашивать, почему вы вышли из фракции Коммунистической партии Украины, связано ли это как-то с сепаратизмом там, и так далее. У вас тут общие словеса про старую команду, про то, что вы считаете Симоненко бесхребетным, я правильно понимаю, да, вот это отсутствие позиции? Я считаю, что на самом деле, следуя принципу демократического централизма, и в партии действительно есть основательные традиции, вообще уже давно можно было обновить структуру, ее руководящей составляющей, можно было бы действительно в большей степени привлекать молодежь, обновив саму идеологию в современном ее понимании. Сегодня разговоры о том, что социально ответственный бизнес – это просто, ну, скажем так, пустой звук и очередная инсинуация олигархии, ну, для меня, вы знаете, это непереконливо. И я уверена, что это неправильно. Мне больше привлекательна модель коммунистов Китая, когда они ответственно понимают, что происходит с миром, как меняется их общество. И это на самом деле модель, в которой ты, знаете, надо быть, а не казаться. Про Тяньаньмэнь вы слышали? Про кого? Тяньаньмэнь. Вы слышали такое слово китайское? Нет. Не слышали, да? Угу. Это одна из центральных пекинских площадей, на которой была расстреляна демонстрация студентов. Погибла... Это при Мао Цзэдуне? Нет, это при Дэн Сяопине. Погибло более 500 человек, по-моему, тогда. Да. Это было гораздо позднее, это было в 80-х годах. Вы знаете, да. Дэн Сяопина вообще считаю, что он действительно почитайте историю, отец-основатель. Пожалуйста, историю китайского коммунизма. Почитайте это. Ну. Или приходите на Громадский, мы вам расскажем, не, в том числе, и, вот а еще об этом. Что вы хотите сейчас сказать? Дэн Сяопин, который на самом деле не захлестнулся в личной эмоции, хотя очень сильно пострадал от Мао Цзэдуна, при этом не стал, в общем-то, действительно исследовать его пороки и его ошибки в истории, а повел нацию далее. Действительно, внеся свежий взгляд и свежие моменты в ту же идеологию, не разобрав ее на запчасти, тем самым сумев сберечь, в общем-то, само общество, сохранив целостность и общество, и государство, и выведя экономику на первые позиции в мире. Я вам хочу сказать, что там, где коммунисты, там почему-то обязательно льется кровь. И история подтвердила это многократно, десятки раз. Оксана, знаете, Колетник, на 23-й сессии... На Майдане не было коммунистов, но кровь там пролилась. Да, только ее пролила власть, связанная, кстати, политическими и бизнес-интересами с коммунистами. Смотрите, Оксана Колетник на 23-й сессии парламентской ассамблеї ОБСЄ в Баку єдина з української делегації голосувала проти резолюції, яка засуджує агресію Росії в Україні. Может, вы объясните, почему вы так голосовали? Может, вы объясните, как вы относитесь к Конечно, политике объясню. Соседнего нашего С огромным удовольствием, а знаю, что вы будете об этом спрашивать, принесла как раз эту резолюцию, еще раз объяснив вашей аудитории, что такое на самом деле резолюция. Во-первых, резолюция подается любой делегации. У меня здесь возникает вопрос, почему ни одна из европейских делегаций, и в том числе наша украинская, не подала подобную резолюцию, и почему подобная резолюция последовала исключительно от представителей американской делегации. И звучит она следующим
образом очевидное грубое, неисправленное нарушение хельсинских принципов Российской Федерации. А если взять поправки, которые предлагались к этой, на самом деле, резолюции, то эти поправки свидетельствуют по заявлению той же французской делегации, что, вы знаете, мы каким-то образом стремимся, требуем все от России, но ничего не требуем от Украины с точки зрения действительно наведения диалога в обществе. Это я вам процитировала. В данном случае даже те поправки, которые были предложены литовской делегации, свидетельствовали о защите своих интересов этой делегации и не имели никакого отношения к нам. В течение 3 дней вообще на самом деле велись все платформы, связанные с пониманием сути этой резолюции и с пониманием основного момента, что площадка ОБСЕ является действительно организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе. И в данном случае принятие этой резолюции означало, что мы не ищем способ найти возможность действительно выйти из кризиса, который имеем, мы ищем виноватых. Теперь ответ, для кого это нужно. Сегодня мы имеем 2 гегемона, 2 больших государства, Россию и Америку, у которых есть свои счеты. И эти счеты они сводят на территории нашей страны. Так вот я, как гражданин своей страны, как патриот, считаю, что на самом деле Украины. Считаю, что сведение счетов на территории нашего государства друг с другом других государств – это на самом деле, вообще на самом деле сверхцинизм. Вот поэтому, более того, демонстрируя международному сообществу, что мы являемся страной, в которой действительно сегодня провозглашена путь к демократии, и каждый имеет право выразить свое мнение, на самом деле… защитив и показав свою позицию, чем вызвало уважительное отношение многих делегаций, потому что ко мне подходили и сказали, да, действительно, мы уважаем украинскую нацию, вам удается строить демократию, потому что вы вот сегодняшним голосованием показали, что у вас сегодня нету боязни инакомыслия, что вы сегодня можете отстаивать позиции, при этом ваша делегация является монолитом, и вы, по большому счету, действительно вот являетесь примером подобного демократического направления. У вас были претензии к тексту документа, второе, я правильно понимаю? Просто, да, а еще как уточнить. Бы к тому подаче. Скажите, еще раз подчеркиваю, мы являемся европейским государством с точки зрения, как минимум, географии, как максимум, тех соглашений, которые, в общем-то, рассматривались до самого ОБСЕ и подписаны. Хорошо, простой вопрос. Ну, теперь, почему вы не воздержались? Еще раз объясните мне. Я воздерживалась во многих пунктах. И когда речь идет на самом деле о самой декларации, здесь для того, чтобы заявить о мнении, ты можешь принять решение либо да, либо нет. Вот и все. Это вопрос только формы. Поэтому в данном случае, понимая, что я буду, ну скажем так, не попаду в конъюнктуру, не боясь ответственности как политик в том, чем вы меня пытаетесь сейчас обвинить, сделала все с точки зрения вообще понимания пользы для своего государства. Потому что если вернуться еще несколькими фактами назад, вот вы сейчас госпожу Лутковскую задавали вопросы. А имеет ли она связь с омбудсменом России? А что делать с теми или иными вопросами, которые возникают у нас с нашими гражданами? Как вы думаете, все эти вопросы можно обсуждать, если мы не имеем диалога с государством, с которым мы обязаны иметь диалог, потому что мы не сможем решать эти вопросы. Накануне вообще открытия сессии в Баку... Они не хотят вести диалог, вы не слышали? Вот я вам хочу сказать. Нет. Хотят или не хотят, это вопрос на самом деле длительных отношений. Накануне сессии в Баку нашей делегации и председательствующему от ОБСЕ была вручена памятная бумага с подписанием 11 апреля встречи между нашей делегацией и российской делегацией ОБСЕ в закрытом режиме. Это был первый шаг, достаточно выстраданный, на основе вообще очень активного участия ОБСЕ, в котором даже в закрытом режиме мы сумели добиться действительно как минимум сесть за стол. Уже на этой сессии нашим, я считаю, вообще огромной заслугой являлось то, что российская делегация даже в понимании того документа, который, в общем-то, их загонял достаточно серьезно в суждениях международной общественности, не поступила так, как поступила в ПАСЕ. Поднявшись и просто уйдя, они остались, они присутствовали вообще на самом деле в рамках диалога. Более того, они согласились с тем, что должна быть следующая платформа с присутствием уже расширенного формата, с участием 10-12 государств европейских для продолжения такого диалога. Так вот, на самом деле, вот это как раз моя политическая позиция. Я понял. Давайте, а когда девочки, которые на самом деле в Фейсбуке размещают подобные фразы, я тоже не осуждаю, потому что каждый имеет
право на свое мнение. Посмотрите, ведь эти заявления не сделал ни один из членов парламентской ассамблеи, ни один из членов нашей делегации. Это заявление было просто с размещением в социальной сети девочки, которая сидела за моей спиной и которая, по большому счету, являлась гостем. Она была то ли журналисткой, то ли, в общем-то, сотрудницей посольства. Хотя она правду сказала, вы проголосовали против. Ну, она же не переврала информацию, вы против более проголосовали. Того, я же вам сейчас объяснила. Вы объясняли, почему? Какие обиды к девочке? Или вы не хотели, чтобы эта информация распространялась? Если бы я не хотела, этого бы не было. Более того, когда она на самом деле меня фотографировала, и фотографию, которую она разместила, я даже развернулась к ней, понимая, что она имеет право тоже на то, что она делает. Я про ваше голосование. Это конечно публичный шаг как политика. Конечно, Оксана, же, я вам сейчас мы это перебираем объяснила. Время. Абсолютно я четко. Давайте для понимания поставим точку вашей политической позиции, о которой вы говорите. Давайте. Как вы считаете, как вы оцениваете поступок России относительно Крыма? Как я считаю? Да. Ну, как коротко, вы поскольку оценить вы, этот поскольку, поступок? Поскольку, словосочетание. Поскольку вот вы учитель, то я уже поняла, с вами надо четкими фразами. Словами Черчилля. Нет врагов, нет друзей, есть свои интересы. Все, они действовали в рамках собственных интересов. С точки зрения, мы можем говорить о том, что это цинично и так далее. С точки зрения нашей позиции, наших интересов, они проломлены полностью. И это, конечно же, огромная утрата. Вот и все. С точки зрения их действий, слова Украинскую Черчилля. Власть слова на Громадском Черчилля. Никто никогда не хвалил. У меня просто простой вопрос. Считаете ли вы присоединение, вторжение, вернее, да, поведение России в Крыму актом военной агрессии, либо актом недружественного государства? То есть вот так, не словосочетаниями, а просто как вы оцениваете этот шаг соседнего государства? Я же вам уже объяснила. Они решали действовали в своих интересах. Они полностью действовали в своих интересах. Полностью. И вы не считаете, вы считаете это военной агрессией? Объясню. Ну, конечно же, это агрессия по отношению к нашим интересам. Ну, это совершенно понятная история. По отношению к нашей стране. Вы к нашим интересам. Потому что наши интересы – это целостность границ. Нет, правильно? Мы говорим о территории, которую у нас пытаются силой, ну, фактически, да. Формально у нас не пытаются, у нас ее отобрали. Давайте называть вещи своими именами. Мы говорим формально, это все-таки это не признано международным сообществом. Фактически отобрали, да. То есть, знаете, идет такое умалчивание. Признано, не признано, хотя в кулуарах все время вот на международных панелях идет разговор о том, что, ребята, Крыма у вас нет, но садите и разговаривать вам придется, и на самом деле диалог отстраивать вам придется. Если диалог этот вы не отстроите, то, в общем-то, вам никто не поможет. Понятно. Вот, собственно говоря, вы проанализируете сегодня поведение Европы и так далее, вы полностью найдете подтверждение моих слов. Понимаете, другой панелях, вопрос, да, что мы можем себя вести как страусы, спрятать голову в песок, я не вижу, значит, меня не видно. Но кому-то приходится говорить эти болезненные вещи. Если мы их не будем там говорить, гибнут, мы не будем на лечиться. Наши солдаты. Абсолютно четко. Я тоже считаю, что это просто... А вы говорите про страусов. Сегодня смотрите, погибло 23 человека, еще только раз, в одном месте. Смотрите, вот на самом деле, в этом случае мы тоже ведем себя как страусы. Мы абсолютно неподготовленную армию, абсолютно молодых ребят. Кто ее разваливал, эту армию, вы не скажете? Вот я тоже хочу спросить у вас. Не ваш ли двоюродный брат выводил миллиарды гривен из бюджета, в том числе отбирая их от армии? Знаете, вот сейчас легко на самом деле найти кого-то виноватым. Я вам скажу, вы поговорите с бизнес-кругами. Он один из, конечно. Можно я скажу? Поговорите с бизнес-кругами, которые вам сегодня вот так вот без камеры громадского телевидения скажут. Вы знаете, по большому счету мы хотим какой-то четкости и порядка. И по большому счету мы ее... Сказать сегодня вам, что мы его абсолютно не имели. Бизнес-круги говорят, что схемы Калетника и Клименко остались. Вот такая наша позиция. Вы знаете, Клименко с Калетником никогда не работали в сотрудничестве. Понятно. Клименко его сменил просто. Знаете почему? Он сменил его. Дело не в этом. Я говорю про схемы. Старые схемы живут. Вот поэтому мы критикуем нынешнюю власть. Но предыдущая власть... Подождите. Я вам пример приведу. Одним из активных членов, который был ваш брат, эти схемы создавал. Давайте я вам еще раз расскажу. И развивал. Вы даже не понимаете, Оксана, о чем вы сейчас говорите. Простите, мы время уже перебрали. Ну, конечно, вам надо на каком-то таком агрессивном моменте. Я вам скажу так. Некоторые представители сегодняшних, я не буду говорить кто, знаете, подходили, вот выходили, собственно говоря, даже на меня и говорили, слушай, давай поговорим на самом деле о том, ну, там мы понимаем, были какие-то схемы, а вот как они работали и так далее. То есть я скажу так. Сегодня, видя, что происходит, есть огромное желание эти схемы, как вы говорите, вернуть. Но люди даже не понимают, какие схемы.
На что они на самом деле были нацелены. То ли ваш брат в них разбирался, да? Да, говорили, что он знал, где каждый контейнер находится. Я слышал это от таможенников. Вы знаете, по большому счету, любой министр или же руководитель службы, и руководитель службы, который очень активно понимает, как работает бизнес-процесс, это очень большая находка для государства. Потому что я вам сейчас говорю словами человека, который в этой стране 18 лет делал бизнес. И по большому счету, я вам скажу, знаете, когда государство не понимает, как работает бизнес-система, бизнес-система его все время Оксана, обманывает. Давайте и оставим никогда вот не выйдет эту вот нам риторику. Я вам еще раз это говорю. Не риторика, я признаю, это практика. Ваш, вот ваш двоюродный брат был, безусловно, талантливым человеком. Он слушайте, был бесконечно, пригласите моего двоюродного брата и поговорите с ним. Потому что, вот, еще раз хочу сказать, несмотря фразу, на то, что свои деньги в 90-м году я сделала исключительно на импорте товаров, тогда мой двоюродный брат вообще еще только сельхозгакадемию заканчивал. Мы не вот говорим так, про 90-е годы, мы говорим про 2000-е. Так вот, еще раз хочу сказать, что в момент, когда он стал руководителем таможни, у меня даже связанные со мной бизнес-структуры не имели никаких взаимодействий в сфере импорта и торговли. Вот и все. Это абсолютно четкий факт. Я а вы сейчас мне начинаете транслировать какие-то вопросы, Я не буду вам приводить очередную порцию доказательств беззаперечных, потому что меня сейчас режиссеры разорвут, мы перебрали наше время. Оксана Калетник, народний депутат України, вже позафракційна. Колись була у фракції комуністичної партії, була сьогодні нашим гостем, перейшов на українську. Пані Оксано, дякую вам за вашу позицію. Вам теж, що, як мінімум, ви мене не з'їли.